Всем добрый день, уважаемые наши слушатели. Сегодня с вами передача «Якутск сегодня». На связи сегодня с вами Ксения Громова, ведущая, организатор мероприятий, ну и, конечно, в первую очередь, любитель познакомиться и всех познакомить с самыми интересными людьми нашего города. И сегодня мы предлагаем вам очень такую актуальную, интересную тему для всех под названием «Здоровье всем возрастам покорно», да, и красота, конечно. Сегодня с нами в студии замечательные гости, которые нам расскажут о красоте и здоровье для всех возрастов. Сегодня разрешите познакомить вас с нами Пономарева Анна Сергеевна, массажист, косметолог, специалист по аппаратной косметологии, специалист по женскому здоровью. Алферова Татьяна Николаевна, массажист, тренер пилатеса, правильно, инструктор. Да? Инструктор. Голуб Александр Николаевич, массажист, специалист общей практики. Всем добрый день. Здравствуйте. Сегодня, уважаемые наши гости, я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили о красоте и здоровье для всех возрастов. Вы специалисты в своей сфере, и мне бы хотелось, чтобы наши слушатели тоже понимали и знали, как что правильно делать, и вообще, насколько актуально на сегодняшний день, да, не забывать следить о своем здоровье. Потому что на дворе у нас весна, организм требует каких-то новшеств, да, все-таки витамины витаминами, а вот соблюдать определенные, наверное, какие-то пункты поведения своего здоровья, это нужно обязательно, правильно? Я хочу для начала вот, Анна, с вами поговорить, хорошо? Давайте. Анна, я хочу у вас узнать, вот массаж. Вот вы все как бы занимаетесь массажем, правильно? Аня, вот сначала к тебе будет первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вообще массаж, он нужен и как бы вот действительно необходим? С какого возраста вообще вот человеку? Мы знаем, что есть детский массаж, да, когда ребеночек рождается, и вот уже как бы есть гимнастика различная и так далее, массажные какие-то элементы для ребенка, да, для оздоровления. Но вот как вы нам можете подсказать все-таки, с какого конкретного возраста нужно регулярно ходить на массажи в определенные сезоны нашего времени? Вы знаете, то, что касаемо детского массажа, конечно, детский массаж деткам делают тогда, когда есть необходимость, когда существуют какие-то проблемы в здоровье. А по поводу взрослого массажа, это уже очень интересный вопрос. Почему? Массаж... это тоже искусство. У массажа разные направления в плане здоровья, в плане красоты. Поэтому здесь можно сказать одно, что массажу все возрасты покорны, да, как говорят. Массаж, в первую очередь, здоровье. Красота – это потом. Делая... Немножко поправить, как бы здоровье – это неотъемлемая часть красоты человека. Потому что если человек кривой, искривленный, уже не так смотрится, не так красиво, и, соответственно, все это же влияет, если у человека какие-то боли определенные в организме, да, там болит спина, шея, у него постоянные нервозы, постоянная сонливость, он как бы вообще плохо спит. И, соответственно, это уже играет роль даже на его семье человека, да, например, неопределенно даже по нему, да, как бы он начинает нервничать, психовать, и, соответственно, и выглядеть угрюмо, уставше. И, ну, если делаешь массаж, то человек начинает расцветать прямо на глазах, и это видно по лицу, меняется цвет лица. От угрюма серого, как говорится, да, розового, такого живого цвета, и люди выпрямляются радостно, прям счастливые, начинают жить, и уже у них жизнь другая идет, более насыщенная, он начинает пробовать себя везде. То бишь, если когда-то он был угрюмо и настроен только на одну волну, потому что он другую волну не мог какую-то воспринять, да, например, то тут получается то, что он начинает жить полноценной жизнью. Я вот хочу спросить, Александр, вы специалист общей практики. Да. Что значит общая практика? Ну, я больше практикую как бы расслабление мышечного, наверное, тонуса. Да, есть много видов массажа. И вот вы как сказали, Анне, да, там задали вопрос, например, с какого возраста, да, там делать массаж. Возраст вообще не имеет ограничения. На самом деле массаж бывает разный. Их очень много, всякие разные, там, да, как бы массажа направления очень много, соответственно. И
Конечно, деткам полезно очень делать, особенно в период школы, садика. Тем более сейчас дети у нас очень развитые пошли. Цифровой век у нас идет. Угу. Это телефоны, это компьютеры, это школа. Это, получается, человек... Ну, постоянно дети в нагрузке определенной, да, там психологической, нервной тоже. Это тоже очень влияет на человека. Потому что и дети начинают быстро расти. Но сидячий образ жизни детей, к сожалению, да, то, что они не двигаются, как мы раньше, да, наше детство, получается, все время на улице, бегали там, играли, а они постоянно сидят больше по всей, как говорится, да. Вот. Но и за счет этого рост идет, кости развиваются, растут, а мышцы, например, в определенном состоянии, они начинают стягивать, да. И когда ребенок растет, у него начинается искривление. Искривление позвоночника, боли, проблемы шеи и все такое, сколиозы и так и далее и тому подобное. Соответственно, надо следить за ребенком и вот как раз не пропустить этот момент, когда рост идет. Иначе может быть деформация костей вообще, как говорится, и привести там, ну, не очень хорошим последствиям. Потом ребенок просто будет всю жизнь мучиться и болеть. Вот прям все так хорошо доступно объяснили. Вот смотрю на Татьяну. Татьяна. А вы у нас тоже массажист, также тренер, да, пилатеса. Я хочу остановиться на пилатесе. Я вчера изучала так вот в интернете, да, наглядно. А есть йога, да, где растяжка идет, там, я не знаю, мышц, связок, да, для укрепления. Все-таки пилатес чем отличается от других вот видов более, так скажем, спортивного, спокойного вот направления? В чем разница? В чем все-таки вот полезность данного направления? Ну, пилатес, он показан, в принципе, всем. Практически у него противопоказаний нет, потому что он разработан был именно человеком, который сам был инвалидом. Он разработал, в первую очередь, для себя и сам себя как бы поставил на ноги. Вот. Поэтому он используется больше как реабилитационный метод. Даже у кого грыжи, кто страдает со спиной, с болями, они приходят и получают некое как бы, ну, не улучшение, а облегчение, потому что они учатся справляться со своими болями, они их меньше беспокоят, то есть могут более спокойно реагировать в жизни на все, продвигаться дальше. Это как дополнительный метод реабилитации вот для себя больше. И в том же играет роль еще пилатес как раскрытие себя, потому что здесь идет осанка в первую очередь. А мы сейчас все сидим, сутулимся, сжимаемся, голова прячется, вот тоже нервное напряжение. И все это как бы именно на пилатесе мы как бы себя раскрываем. Ну как я, ну как, не могу сказать я. Вообще раскрывается грудная клетка, мы начинаем больше дышать. У нас, если вот, например, астматик, он подстраивается под себя, он перестает, как бы, меньше кашляет, и он легче дышит. Он начинает радоваться жизни, начинает что-то искать более для себя. Как бы куда-то, может, куда-то хочет на бассейн, куда-то еще сходить. Они начинают понимать, что такое. И массаж есть, это что облегчение, как бы, нашего жизненного пути, скажем так. Небольшое, а коррекция. И как бы, как еще сказать? А если искать, чем отличаются, например, стрейчинг тот же от пилатеса. Стрейчинг – это больше статические какие-то упражнения, которые… Растяжки, да? Там растяжка есть везде. И пилатес, и стрейчинг, и йога там везде включается. Вот. Стрейчинг, он на нем… более такие динамичные для разогрева идут движения, потому что растяжка иначе будет травматичной. А пилатес, он спокойный. На нем как начал заниматься, то есть можно сразу же давать нагрузку. Как бы во время самого этих упражнений, даже разминочки, получается, уже идет нагрузка, если правильно распределить. Вот. А йога, она определенные асаны, но есть более такая динамичная. Но все-таки пилатес – это более оздоровительный. В йоге есть тоже как бы ограничения, не все могут заниматься. А в пилатесе там даже со сколиозом, конечно, самыми страшными такими уже сколиозами нельзя, но можно потихоньку. Вот я хочу вас сейчас спросить, да, сразу наших гостей. Ну, мы все с вами знаем, все мы люди, что лето, нам как бы особо дела до массажа нету, да, потому что у нас природа,
пляж, речка, да, отпуска и так далее. Осень, мы все готовимся к зиме. Да, все, мы уже более укрываемся. Охота посидеть дома, как-то за чашечкой чая, да. Кто-то там осенью за грибами, за ягодами. Зима. Нам зимой кому-то лень выходить. Да, мы же утром встаем, бежим на работу, едем, работали, потом быстренько домой, все приготовить, уже как бы холодно куда-то далеко уходить, что-то делать. И начинается весна, да, начинаются какие-то хронические обострения и так далее. Вот для того, чтобы не упустить момент, вот именно обострение, да, когда человеку плохо становится весной, чтобы не допустить этих моментов, в какой период нужно зимой, хотя бы так скажем, начинать готовиться, да, вот, ходить на массаж, на какие-то профилактические занятия. Вот, ну, в силу занятости людей, я бы хотела, чтобы наши слушатели услышали и поняли прекрасно, за сколько примерно нужно себя подготавливать к весне, чтобы не было никаких хронических вот таких обострений. Вообще у нас нет такого зима, весна, да, лето, да, осень, у нас нет. В принципе, да, проблема людей в том, что они думают, что когда только подперло, надо идти. Да, но да, на сам, все, да, но на самом деле это очень тяжело, потому что бывают боли невозможные, и когда человек приходит при болях сильных на массаж, соответственно, это очень болезненно, до слез болезненно, там куча синяков и всего. То, как говорится, последствия всяких разных, да, как говорится, и они могут не доходить просто. Они пришли, им больно, они ушли. Вот, как бы, да, не было, нету такого. Нельзя доводить себя просто до такого. Нужно своевременно как бы обращаться за помощью, идти на массаж, не бояться. Это здоровье, во-первых, и это его потом не купишь ни за какие деньги больше. Поэтому мы не рекомендуем ходить каждые полгода. Приходите, приходите. Да. Хорошо, да. Вот каждые полгода, да, хорошо, я пришла. Сколько мне нужно пройти сеансов для того, чтобы... Я просто хочу сейчас услышать ваше мнение, да, потом немножко скажу о том, допустим, как это было у меня, да. Сколько мне нужно пройти сеансов для того, чтобы я уже вот спокойненько себя хорошо, радужно чувствовала, ничего у меня не болело, ничего у меня где-то там вот не ломалось, да, мне не было плохо. Сколько мне нужно пройти, чтобы чувствовать себя просто вот бабочкой летающей? Тут сугубо все индивидуально, во-первых. Во-вторых, каждый специалист работает по-своему. Кто-то работает 10 сеансов, кто-то работает 5, кто-то 7. Ну, вообще, как бы на самом деле, по медицинским показателям, если брать, да, медицинский массаж, который раньше был у нас везде, и в Советском Союзе, как говорится, да, он везде был в каждой клинике, в каждой больнице, везде, в каждой санатории, конечно, там делались массажи от 20-25 сеансов в зависимости от проблем человека. Поэтому. А это уже потом в 90-е годы где-то примерно уже было пересмотрено, и когда пошли частные клиники, частные массажисты, ну, как бы, да, там, то, соответственно, они уже для более популярно сделали 10 сеансов. И все, да, как бы, типа, вот, все, курс 10 сеансов. Во-первых, это как бы практично для человека, да, соответственно, он уже понимает, сколько там ему надо пройти, сколько ему надо потратить времени, там, ну, и, конечно же, все равно денежные средства, да, напоминает этот же определенный массаж. Соответственно, если ему скажешь в лоб 20, вам надо 25 сеансов, да, вот, например, у человека сколиоз, боли, ему действительно нужно столько, а может быть, даже и больше, да, и ходить не раз в полгода, а раз, там, например, в квартал. Ну, и, соответственно, представляете, и у него сразу, о, не, не пойду никуда. Я просто к чему спросила, потому что сама я любитель куда-то ездить, путешествовать, да, ну, к сожалению, не так это часто получается, да, как бы мы хотели. Я не раз была в Китае. Я очень люблю китайский массаж, как делают китайцы. Я вам честно это говорю. Потому что, да, ну, у меня, как и у всех, тоже есть определенные какие-то проблемы, да, где-то там что-то у меня где-то не так. Вот. Но когда я приезжала в Китай, я там, допустим, бывала 2 недели, да, вот я согласна с вами, что 10 дней, вот, вы понимаете, делали настолько массаж, что мне хватало на год. Ровно на год. Меня ничего абсолютно не мучило, да. И причем китайцы работают, они точками же, на точках работают, да. Точечный массаж китайский, да. Вот, а потом, значит, я так получилось, что несколько лет я не ездила, и когда я попала здесь у нас вот в Якутске, да, тоже на массаж, это абсолютно разные такие техники, причем это не точечный был массаж, да, вот как-то по-другому все так у тебя вот так прям со всех вот сторон все делают.
Но эффекта так такового не получила. Я хочу спросить, почему так бывает, да? Конечно, я понимаю, что это зависит от массажиста, да, от его опыта, от его практики, от его, в первую очередь, знаний, правильно? Но все-таки вот почему мне хватило, допустим, да, на год, а здесь мне абсолютно ничего не хватило? В чем может быть такая причина, чтобы люди, наши вот слушатели, понимали, почему бывает такая разница? Все. Это зависит от техники или все-таки вот... Это зависит и от человека, от человека, его проблем, от техники, массажиста именно. Все верно. Тоже. Потому что комплекс нужно проводить сразу, все же верно. Не только да. один массаж. Да, бывает, что, например, упускают время, да, там, некоторых массажных, ну, как бы вообще массажисты, да, бывает, что сегодня сделали массаж, там, и там, а, придете через 3-4 дня, некоторые так относятся, угу. и он, например, приходит вот так вот, растягивает, угу. время тоже должно быть, в принципе, ограниченное между сеансами, если он человек берет курс. А, то есть пробел все-таки не конечно, должно быть, да? Да, обязательно, да, обязательно угу. потому что смысла не будет тогда этого массажа, чтобы то было... То есть вот первый сеанс сделали, потом подождали тем, там, дня через... два, да, до массажа? Нет, ну, обычно два дня день, это уже через день, день. А, да, через день, хотя бы три раза в неделю, это, в принципе, достаточно, ну, да, и пройти курс массажа, таким образом 10 сеансов, сразу почувствуете себя более-менее лучше, во-первых. Почему обычно еще такой перерыв полтора, извиняюсь, через день делаем, да? Потому что сегодня мы сделали массаж, а организм у нас такой очень интересный товарищ, он дорабатывает следующие сутки. И где-то там болит после массажа, оно выбаливает. Да. Потом опять человек приходит, мы опять дальше сначала разогреваем и уже вот непосредственно нас, делаем массаж. У нас вот немножко остается как бы до рекламной паузы, да, но еще время есть. Я хочу, Татьяна, вас спросить. А вот про массаж-то понятно, что, допустим, сутки, да, через сутки мы можем пройти, в неделю три раза. Все отлично, как бы, да, вот есть время, устраивает. А все-таки пилатес, допустим, да, вот здесь как, тоже через сутки? Либо нужно каждый день, и каждый день, либо 10 дней, и все, спасибо. Нет, здесь не нужно. Это образ жизни. Это сам для себя выбираю. У нас есть звонок, да, в студию. Я попрошу вас одеть, пожалуйста, наушники. Наши слушатели хотят задать вопросы. У нас буквально вот остается две минутки до рекламы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Насчет массажа. Сказали, где-то получается, где-то нет. Это, например, я знаю тоже массажист. Это якуты, например. Они, у них это у руках биток. Ага. И словами они лечат. Они это руками. У них потому это называется. Ну, талант такой. Ага. И когда человек не верит или не надеется, что это тоже не получится. Так что у кого есть на руках биток, тот самый хороший массажист. Абсолютно, абсолютно с вами соглашусь, потому что действительно энергетика человека, да, вот именно массажиста, который действительно верит в то, что он поможет своему вот клиенту, да, своему человечку, которому он делает массаж, обязательно должно помочь. У вас еще будут, может быть, вопросы к нашим гостям? Угу. Всем огромное спасибо, кто позвонил. Ну и вот у нас буквально совсем чуть времени. Татьяна, давайте с вами продолжим. Все-таки... Как, через какой период, или это надо постоянно иметь как за правило жизни? Вообще это как, ну, это по желанию. Это если человек пришел, ему понравилось действительно, что это его, потому что бывает, что там же идет медленная, достаточно такая размеренная нагрузка, и не каждому человеку может понравиться. Им хочется кому-то поинтенсивнее, пожестче, чтобы они прям целенаправленно, а кому-то наоборот нужно, чтобы плавненько и мягко. Вот. И получается так, что когда человек выбирает, действительно, если он хочет ходить. Опять также средний возраст, например, да, около 30-40, они могут достаточно, в принципе, вывозить нагрузку и каждый день. Но это если они хотят. А те, кто молодые, дети, либо более старшего возраста, за 50, даже те, кто под 80, они могут ходить 2-3 раза. Ему достаточно.
Вам, Татьяна, спасибо. Прям все так тоже подробно рассказали. Мы скоро просто уйдем на рекламу. Первый блок у нас, мы поговорили с вами о массаже, ну а во втором блоке, уважаемые слушатели, мы с гостями попытаемся все-таки рассказать, да, о красоте именно человека и женщины, и мужчины. Какие способы самые лучшие будут в весеннее время, в летнее время, зимнее, осеннее, как себя содержать, так скажем, в красивой, всегда хорошей форме, а не быть с плохим настроением. Если кто-то из вас пожелает позвонить в студию, звоните нам, задавайте, пожалуйста, вопросы. О всей красоте вам обязательно ответят наши гости. Ну а мы с вами очень скоро встретимся. Мы уходим на рекламу. С вами была Ксения Громова. Ждем вас. Ну а мы с вами, дорогие наши слушатели, продолжаем. Сегодня Якутск прям вот радуется от того, что к нам пришли в гости на программу «Якутск сегодня» классные такие специалисты, массажисты, тренера. И с вами, конечно, Ксения Громова, ведущая, организатор мероприятий. Сегодня вас знакомлю с очень нужными людьми, которые нам рассказывают о нашем здоровье, как во все свои такие красивые годы. Нужно быть очень красивыми, хорошими, довольными, счастливыми. Вот. Первый блок у нас с вами был о массаже, но давайте сейчас мы немножко с вами поговорим о красоте. Хорошо. У меня вот такой будет вопросик. Что вы можете посоветовать все-таки, как нам поддержать вот свою красоту, какими такими вот способами, да? Вот помимо массажа, допустим, да, может, какие-то витамины такие прям есть. Ну, я не говорю, да, ни про какие там фирмы, ничего об этом не будем говорить. Я хочу вот услышать ваше мнение. Все-таки, как поддержать себя, чтобы всегда быть вечно красивой, молодой? В первую очередь, конечно же, необходимо принимать коллаген. И как рекомендуют, коллаген именно порошковый, который хорошо усваивается, но коллаген без витамина С у нас не усваивается. Равно как нам нужно также принимать витамин С, фолиевую кислоту, омега, витамин D. Все вот эти витамины, конечно, в первую очередь влияют на наш иммунитет, они поддерживают наш иммунитет, чистят сосуды. Так, чистить сосуды, хорошо. Это, конечно, очень все интересно. Но на самом деле, наверное, я, как и многие вообще из людей, я не фанат вот постоянной, да, какой-то системы заниматься собой, потому что у нас очень много времени занимает наша работа и так далее. Я вот хочу задать вопрос вообще вот, Александр, вам. Когда вы пришли к тому, что вот вы начали заниматься массажем? Ну, я как бы с детства был заинтересован анатомией человека, всегда изучал, и как бы хорошие оценки имел, поэтому, ну, конечно, судьба занесла совсем не туда, но, соответственно, потом поставила все равно на свои пути, как говорится. И, вот, да, и все-таки я решил попробовать, тоже был у меня курс массажа, мне подарили, я отходил. А до этого уже давно думал, что надо заняться самому. И потом начал спрашивать, узнавать. Пришел, обучился, начал работать. Ну, и, как, соответственно, все. И все пошло. Конечно, это нравится. Люди говорят спасибо. Это очень, как говорится, тебя подзадаривает еще дальше помогать людям. Ты вот, когда видишь свою работу. Есть такая хорошая пословица, да, сапожник без сапог. Что касаемо вас, дорогие наши гости, бывает ли такое, что да, вот вы очень хорошо помогаете людям, да, вы делаете массаж, практикуете различные практики. Ну а сами-то в итоге, сами-то вот на массаж-то мы ходим, так, чтобы это было раз, да, в полгода, и потом опять повтор, так как мы рекомендуем нашим слушателям. Ходим. Мы с Таней ходим друг к другу. Вы с Таней друг к другу, да? Познакомились, Юлия. А давай бартером. А давай. И все, и с тех пор общаемся. Периодами ходим, да. Конечно, мне немножко тяжелее. Потому что, как бы, во-первых, да, действительно, всю свою, как говорится, время занята работа. Ну и это просто растяжки, зарядки, упражнения тоже помогают. Потому что когда ты тянешься, растягиваешься, мышцы расслабляются более-менее. Они не дают зажиматься сильно. Вот я вам скажу честно, я такой вот, ну, я лентяй просто. Я лентяй в плане спорта. Да, вот растяжки там, зарядки, тренировки. Ну, это вообще как бы не про меня, честно говорю. Но в силу того, что у меня очень большая занятость, я где-то постоянно бегаю, прыгаю. И казалось бы, вроде бы, ну, вот как бы, да, хватает. Но на самом деле не хватает.
Но я не об этом. Я хочу, вот, глядя на вас красивых, спросить. Вот есть, наверное, ну, не только у меня, да, как бы у других, кто бы хотел убрать нам подбородочек, где-то овал лица, как бы, возможно ли данные процедуры такие вот сделать массажем? Что-то там вот убрать, поправить, вытянуть и так далее, чтобы без всяких оперативных вмешательств. Возможно, потому что массажи лица на самом деле множество, но опять-таки они делятся тоже по возрастам, кстати. Очень хорошо как раз с овалом лица. Как раз со вторым подбородком борется хиропластический массаж. Прям замечательная техника. Но, конечно, до конца мы это ничего не уберем. Мы сможем хорошо подтянуть кожу и... Коррекция. Коррекция, да. Но не более. Как бы, наверное... Практически у каждого второго идет асимметрия лица у человека, да, например? Не сразу на себя. Да, потом. Жуете на одной стороне. Это часто, когда зубов уже задних там выпадает, уже меняется. Да, бывает, да, когда за счет этого, ну, еще и, как говорится, мимика лица. Кто-то привык там правым глазом подмигивать, кто-то левым, да, постоянно. Ой, мне тоже постоянно говорят, что у меня левая бровь поднимается, а теперь уже вы говорите, я думаю, что у меня там где-то там не так и не то. Соответственно, конечно, массажем это все поправляется, также на лице есть множество мышц, которые расслабляются, также кожа у нас получается более, да, питание получает больше, потому что идет воздействие на нее. Да, тем самым будем коллаген изнутри, который у нас после 35 лет уже залегает. Как говорится, кровоток у нас в организме, да, он у нас все поднимает и обновляет наш организм, помогает разносить. Но если у вас забитые мышцы, например, да, они пережимают ваши вены, ваши сосуды, и кровь у вас идет плохо, и, соответственно, у вас идет, идет уже... Совсем в другое направление это все. Вот я хочу спросить, мы же с вами живем в такой морозной, да, но любимой Якутии. Я, допустим, настолько люблю Якутию, что вообще как бы никуда не собираюсь. Я просто не представляю себя без морозов, да. Не смогу, наверное, жить нигде в Краснодарском крае. Конечно, кто-то любит, а я нет. Но не люблю в плане, когда очень жарко, да. Но я хочу спросить о том, что вы можете посоветовать нашим слушателям, даже не посоветовать, наверное, лучше спрошу, с какими часто приходят вот проблемами у нас в Якутске, да, люди, на что в основном жалуются? Ну, мы же понимаем, что мы живем-то не при постоянном солнышке, да, ну и в силу того, что и не набегаешься особо, да, но вот какие в основном проблемы, и все-таки после работы, ну, слова благодарности часто слушать или нет? Мне кажется, любой специалист в любой сфере, да, радуется и вот себя восполняет тем, что когда люди благодарны. У вас как с этим? В первую очередь, даже в памяти всплывает самое больное место – это поясница и колени у многих прям. Коленки. Да, потому что простужают, мало двигаются, сидят, сидячий образ жизни. Как бы это самые такие проблемные места. Плечи, да, ШВЗ, как бы много, но это в основном уже не от холода, а от сидячего образа жизни, то, что мы сидим, работаем. Колени еще тоже от сидячего. Когда ты сидишь, передавливаешь, ну, все равно кровоток идет плохой, да, лишний вес тоже, да, давление, нагрузка идет также вообще на все тело абсолютно, на позвоночник это все очень сильно влияет. Конечно, соответственно, износ идет сразу же больше в два раза. Тех же коленей, тех же это. У нас на коленях есть мениски, которые служат как амортизаторы у нас. Они у нас бывают ломают, ну, как бы рвутся. Соответственно, от тяжелого веса, например, каких-то тяжелых нагрузок и все такое. Конечно, соответственно. Давайте вот немножко сделаем такой онлайн-практикум, да, небольшой для наших слушателей. Что вы посоветуете? Что вот для таких, как я, нелюбимчиков с утра делать зарядку, да, честно говорю, не вру. Что посоветуете мне, допустим, для того, чтобы я вот как-то так бодренько, буквально 5 минут, там, я не знаю, днем, либо там с утречка что-то такое сделала и всегда была в форме? Что это может быть? Вот прям такой волшебный вопрос, что это может быть? Потянуться скорее, растяжка хотя бы. Гимнастика небольшая, там, в принципе, 5 минут, в принципе, да? Даже может быть достаточно. Но нельзя, конечно, сильно рвать, как говорится, растягивать. Надо потихонечку, легонечку потянуться. Да, ты еще не вставши с кровати, уже начинать. Да, сразу. Уже вы сели, например, на кровать, и там, или даже лежите. Даже потянулись. Вы просто потянулись. Руки,
ножки помните, к себе наверное, прижали. Да, помните, наверное, мама там в детстве там потягушки. Да, да, да. А потом как хорошо-то было, прям встаешь, прям вот. Хотя бы даже это делать, в принципе, для ленивых, я думаю, это само то пойдет. Да, у меня уже более или менее. 2 минуты достаточно, как минимум, хотя бы. Более-менее будет, да, проснуться уже, встать, сели на кровать, там шею потянули влево-вправо, там наверх-вниз, посмотрели уже, там потянулись чуть-чуть наверх там. Ну, из кровати. Головой достать, да. Ну, из кровати не вскакиваем, садимся. Да, потихонечку, да, потихонечку присели, досчитали хотя бы до 3. Только после этого уже какие-то действия делаем. Встаем, либо тянемся. Вы знаете, я хочу вас спросить еще такой немаловажный момент. Вот после массажа человек, ну, понятное дело, что вот все хорошо, тело в таком вот полном расслаблении. Через сколько можно кушать после массажа? Как правило, кстати, у многих чувство голода наступает. Сразу же. Сразу же. После массажа. Либо сон, либо голод. Пока до дома доедут. Ну, как бы тут вообще не возбраняется, да, абсолютно? Нет, там все равно выдержать можно полчаса хотя бы. Потому что... Как раз пока до дома доедут. Да, пока до дома хотя бы так. Но до массажа желательно, конечно, воздержаться, да, потому что это будет очень тяжело. Я вот вчера, ну, когда готовилась к программе, да, немножко, конечно, посмотрела, почитала. Вот у нас наша стопа, да, я так понимаю, что на стопе очень много точек, правильно? Особенно, которые влияют на все органы и так далее, да? Массаж стоп, он настолько актуален среди вот посетителей, да, среди людей, которые приходят. Ну, потому что кто-то чекотки боится, да, кто-то вот не совсем, может быть, комфортно себя чувствует. Но вообще люди частенько обращаются, чтобы или вот вы работаете именно со стопами там, и так далее? На массаж стоп, как правило, почему-то не ходят. Но когда мы работаем общим массажем тела, обязательно, прямо, я не знаю, минут 15, это точно уделяем стопам. Это как бедать, как говорят. И руки тоже обязательно. Да. Руки обязательно надо делать. Как вот в китайской медицине, это основы начинаются, все медианы начинаются, руки, ноги как раз с ладони. А, вот еще, кстати, ушки, да? Наши любимые ушки. Тут я знаю, что тоже много источек, куда вот. Мне даже как-то в Китае показывали, что нужно где-то там что-то делать, уже даже не помню. Но, по крайней мере, как будто бы это хорошо помогает, да? Но я вот хочу спросить, Анну, у вас, а как вы вообще пришли вот в данную сферу массажиста? Ну вот, как встали, захотели, пошли? Либо это был какой-то определенный толчок для того, чтобы это сделать? Это был действительно толчок. После 4-х родов, которые прошли не совсем так хорошо, меня стали мучить очень сильно боли. И скажу так, я в эту профессию пришла через свою боль. Когда я ходила туда-сюда, походила по врачам, обращалась везде с помощью, но никто мне не смог, к сожалению, помочь. И я решила, ё-моё, почему так всё? Значит, мне надо заняться самой. Теперь я помогаю сама себе и помогаю, знаю, когда люди приходят и говорят, я не могу. Я говорю, я знаю, где, что, ложитесь, мы всё сейчас вам сделаем. Начинаю делать, они мне говорят, да это вообще не там же. Я говорю, нет, это именно та точка, с которой нужно начинать. Но, к сожалению, мне в своё время не смогли помочь. Татьяна, а вы, вот как вы можете рассказать, вот, как бы, чтобы у нас время еще чуть-чуть так позволяет, да? Что вы можете сказать этому, как вы пришли в данную сферу? Я также как бы с детства любила и делала массажи всем своим родным. И когда я ездила отдыхать как бы в другой город, мне тетя сказала, пойди отучись на массажиста. И я говорю, нет, чтобы я когда-то стояла на ногах и занималась массажем? Нет. Спустя 10 лет. Я говорю, почему я не послушала? Я пошла заниматься массажем. И оно прямо, потому что руки хотят, они прям как наркотик. Вот им надо начинать и двигаться, массировать что-то. То есть как бы свое даже самоудовлетворение какое-то для себя эмоциональное получаешь. Потому что все равно обмен энергией. И вот оно для себя именно тоже комфортно очень. Ну, вообще как бы чувства сожаления нету? Нет. Вот и такого ли вот бывает, что такое, да, когда человек выгорает? Эмоционально, профессионально выгорает, нет, да? Нет, нету такого, что я все вот устала, я хочу отдохнуть, все бросить и потом как бы ну вот дальше продолжу. А бывает для этого такое? Стоит на обучение какое-нибудь поехать, то есть подзарядиться новой энергетикой и начинать двигаться дальше, потому что начинаешь наоборот как моторчик завели снова и пошел двигаться дальше.
Все верно, мы постоянно учимся, все постоянно учимся. Скорее всего, еще подпитывает то, что действительно людям, когда помогаешь, да. смотришь на свою работу, и когда им действительно все хорошо, и это прям подбадривает человека. Да, как А вот у меня такой к вам будет вопросик. Ну, я всегда, абсолютно всегда поддерживала те проекты, которые, да, имеют именно благотворительное направление. Потому что считаю, что все мы ходим под одним Богом, да, и говорить о том, что кому-то там поможем, кому-то не поможем, ну, это, наверное, просто как, скажем, грех на душу берет, да. А у меня есть несколько моих хороших друзей, прям, которые страдают, допустим, да, есть проблемы со здоровьем. Я хочу вас спросить, вот, допустим, вы частенько помогаете людям, которые, вот бывает, нету денег, да? А вы видите, что человеку нужно продолжить сеансы, и входите в его эту ситуацию, и вот говорите, давай я тебе еще три курса, там, не курса, да, три сеанса сделаю, но ты, главное, приди, чтобы я вот тебе там помогла. И все-таки вот получить от человека не то чтобы финансовую благодарность, да, а вот просто человеческое спасибо. И вы видите, что вашими руками сделано действительно просто очень большое хорошее есть дело. Такое, есть, конечно, такое. Есть. То есть, как бы, вы абсолютно спокойно к этому относитесь, как бы. Потому что я просто знаю людей, которые мне бывают такое, говорят, финансовая сторона - это важная сторона, да. Но я не совсем с этим согласна. Все. Татьяна, так как я время у нас чуть-чуть есть, так как я являюсь организатором мероприятий, да, вот глядя на вас, слушайте, хочу попробовать. Вот пилатес, да. Пилатес, правильно говорю, да, хочу попробовать, но я лентяй в этом деле, как я уже говорила, но хочу попробовать. Я вам хочу предложить сделать такой небольшой проект. Давайте попробуем. Мы совсем недавно проводила конкурс «Пышная красотка». Давайте попробуем с нашими девочками сделать пробное занятие и пригласить туда женщин, которые вот тоже бы захотели попробовать вот себя в пилатесе. Как вы на это смотрите? Вполне. Александр, сразу к вам такое встречное предложение, да? Но не насчет пышных красоток. Я бы хотела, допустим, вам предложить сделать такой небольшой классный проект, что касается по здоровью мужчин. Готовы ли вы, допустим, принять участие в качестве показать, рассказать именно мужчина, потому что мы-то женщины понимаем, да, что нам нужно быть красивыми, женщина намного больше уделяет этому внимания, но мужчины, к сожалению, они постоянно в работе, да, и как бы, пришел, отдохнул, лег поспать, все дальше пошел. Вы готовы мужчинам рассказать о том, что как нужно все-таки беречь мужчине именно свое здоровье? Да, конечно. То есть как бы мы можем такой проект запустить, потому что я считаю, что мы не должны, женщины, забывать о мужчинах, да? Это же все-таки голова, мужчины – это просто стена. Тем более у них чаще болит спина. Да, кстати, насчет спины. Так что, дорогие наши мужчины-слушатели, кто нас слышит, не забывайте о том, что у нас Александр согласился, и мы запустим проект все-таки о здоровье мужчин. Анна, и хочу вам также предложить все-таки поучаствовать. Может быть, это будет какой-то единый проект молодости, здоровья, не знаю, что такое, да, подумаем. Рассказать женщинам о том, да, рассказать и показать наглядно, как нужно за собой следить, какие-то определенные, я все про свой подбородочек, да, какие-то определенные делать, движения и так далее, чтобы, дамы были всегда красивы. У нас время остается чуть-чуть, совсем немножко, пожалуйста, буквально у нас пару секунд, я хочу, чтобы вы пожелали нашим слушателям самое-самое хорошее, что вы можете пожелать. Самое главное – это здоровье. Беречь себя. Пейте витамины. И будьте здоровы, да? Да, ходите на массаж, смотрите за своим здоровьем, проверяйтесь вовремя. Занимайтесь физической нагрузкой. Не только то, что сумки потаскали, потягали что-то по дому. Это совсем другая нагрузка. Дорогие наши слушатели, мы с вами услышали самых классных специалистов. Я была очень рада сегодня также находиться с вами в студии «Якутск сегодня». С вами была Ксения Громова. В студии у нас была Татьяна. Был Александр и была Анна. Мы еще с вами встретимся с нашими гостями обязательно. Вам всех хороших, прям праздничных майских выходных.